магическое вещество, которое может показать все. Мультики, фильмы. Где мы заходим куда-то, чтобы, может быть, что-то узнать. Компьютер – это где люди пишут всякие письма. Там, где можно включать, что хочешь. Компьютер – это там, где смотрят разные стихи и еще что-то. Компьютер – это техника. Это такой ноутбук, который все тебе показывает, где ты играешь, где ты работаешь, где уроки делаешь. Ну, для урока. Еще, что папа работал. Это технология. Поставить из телефона фотки. Компьютер – это там, где игры, музыка какая-то, мультики. Это такой прибор с клавишами. Там можно играть, смотреть мультики. Вот, и разные всего можно делать. И это, чтобы особо вредно для глаз, можно ослепить. Компьютер – это где смотришь только графы, видео, мультики. Это там, где есть кнопочки такие. Компьютер – это технология, с помощью которой люди могут развиваться. Когда нужен компьютер, чтобы родители, если нету, то они могут заглянуть в интернет. Но не обязательно играть. Это большой экран с клавиатурой. Это источник знаний. В виде планшет, такое только больше, там можно заходить, что угодно делать, там заходить в интернет. Это там, где можно найти море информации. Я без компьютера могу жить.